С 10 мая в Химках начали работу по уходу за газонами. Скашивание травы на участках городские службы начали точно в срок. Но качество работ вызвало вопросы со стороны жителей и властей. Итог: начальник комбината по благоустройству и озеленению лично приехал на участок с проверкой и провел инструктаж. Когда мы с вами работаем по покосу, мы должны в первую очередь сохранить зеленый слой. Мы не должны выбивать траву. Мы должны ее делать из нее газон. После теории мастер-класс. Дмитрий Чистяков показывает рабочим, как нужно стричь траву и каким в итоге должен быть газон. Сотрудники комбината приступают к работе. За полчаса этот участок приводят в порядок, а общая площадь газона в Химках – 850 тысяч квадратных метров. Поэтому коммунальщики трудятся ежедневно с 8 утра. Такой режим сохранится до конца сентября.